Приветствую всех, дорогие друзья! С вами я, Епископ Альберт Раткин, наш канал Взгляд с Небесный. Христос сказал Я есть хлеб жизни. И сегодня, буквально вот в коротком видео, хотел бы поговорить о хлебе и представить вашему вниманию ролик очень известного в России человека. Вы сами увидите ее, ее слова о хлебе, который выпускается в России. Я должен сказать, что интервью мы записали 4 года назад. Оно вышло на разных каналах. Мы сегодня хотим показать его на нашем канале. Почему. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео через призму именно слов Христа, Я есть хлеб жизни. Какой хлеб жизни и вообще какой хлеб едят в России? Вы увидите это. И качество его очень низкое. Вот сегодня много говорят о зерновых сделках, что и Россия, и Украина поставляют зерно в беднейшие страны, в Африке, ООН задействован в этих программах. Вот мы слышим о переговорах, которые ведутся постоянно чтобы зерно вывозилось с Украины, с России, чтобы там удобрения продавались, все остальное. И как раз в этом видео, 4 года назад записан автор как раз и говорит, что лучшее зерно все уходит, Россия все продает, а себе оставляют очень некачественно. Мы едим муляж. Знаете, вот через эту призму, если смотреть, вот в реальности, в реальности, что, что дают людям, когда нет ни ГОСТов, ничего, ни контроля качества, ничего буквально нету, никто ни за чем не следит, поэтому мы даже не знаем, что мы едим. А говорят, что это есть нельзя, то, что называется хлебом, продается в магазинах. Вот, и если посмотреть через призму слов Христа, есть хлеб жизни, то качество хлеба жизни, которое дает сегодня... Русское христианство, российское христианство, протестантизм в том числе, то он еще более худшего качества. Посмотрите это видео. Благослови всех, Господь. Вот давайте поговорим о еде. Сегодня даже официальные органы России признают, что до 70% смертей обеспечивает некачественная еда. Благодаря вот этому рынку мы снова возвращаемся вот к этой галактической калли... системе власти. Благодаря рынку, рынку заточенному только на одно, на получение прибыли, люди не просто потеряли стыд и совесть, они потеряли разум. У нас сняты ГОСТы, у нас каждый производитель может делать, что он считает нужным, контролирующих организаций практически нет, а если есть, то все решается за взятки. А кого ты обманываешь? Посмотрите на наше молодое поколение, у нас дети имеют иммунный статус хуже стариков. Ну, пойдем по порядку. Первое, хлеб самый популярный русский продукт. Вообще можно есть в России хлеб? Во-первых, начнем сначала. На Западе уже говорят о том, что селекционная пшеница, которую выводили из соображений морозоустойчивости, там, продуктивности, урожайности и так далее, никто не проверил, а как она через организм пойдет. А оказывается, в ней полно глютена, Сейчас на Западе модные антиглютеновые или безглютеновые диеты. Вот очень много народу в России знает слово «глютен». Даже в самолете, если ты летишь с Запада, можно заказать безглютеновую еду. Что такое наш хлеб? Посмотрите, кто сейчас в чьих руках хлеб России. Это председатель Зернового союза Аркадий Злачевский, это президент союза мукомолов Аркадий Гуревич и хлебопеков Кацнельсон. Что мы имеем на выходе? Какой хлеб? Многочисленные исследования честных экспертов показывают, что на внутренний рынок России идет не кондиционное зерно, кондиционное продается за деньги, почему все указанные выше люди достаточно богаты. Внутрь России идет зерно низкого сорта, и чтобы то, что из него произведено, походило на хлеб – в России поставлено несколько заводов, по-моему, их четыре, которые производят химические добавки, которые делают вот эту дрянь, которую вот производят из плохой пшеницы, похожей на хлеб. Они создают вкус, цвет, запах, они вообще дают возможность тесту подняться, без них оно не поднимается, дают вот этот припек, эту корочку. То есть мы едим муляж. Мы едим муляж, который совершенно вреден для здоровья. И ничего хорошего нам не даст. Я уже не говорю о том, что даже качественная пшеница на Западе сейчас не популярна. От хлеба отказываются многие. В русских магазинах, так сказать, экологических, появилась так называемая пшеница-однозеренка. Вот эта однозеренка – это тот хлеб, который производили наши дедушки и бабушки. Он не селекционный, он природный. Ну и даже с ним надо обращаться аккуратно, потому что наши несчастные дети аллергики и глютен они плохо переваривают чаще всего. Первое, хлеб. Второе, посмотрим, у нас так хвастают, что мы там сделали столько агрокомплексов, где производят там, что у нас кур, яйца, свиней, говядину и так далее. Вы, давайте посмотрим, что это за комплексы, и что за продукцию они дают. Под действием стимуляторов у нас курица дает несколько яиц в день. Сейчас все обсуждают, что 9 яиц в коробке. А что это за яйца? Да, они стали дороже, но по качеству-то мы вообще не смотрим слово на слово качество, потому что нас зажали в такую нищету, что нам чего-нибудь только бросить бы в рот. А вот про качество могут уже думать богатые страны. Посмотрите, как ведет себя европеец, американец, канадец. Он прежде всего смотрит на этикетку, он долго ее читает, а русские смеются. А, мы едим все. Вот это «а, жить вообще вредно» тебе скажут в ответ на то, что надо думать о том, что ты ешь. Итак, стимуляторы в яйцах, стимуляторы в курятине. Петеленко дает там сотню, по-моему, или даже больше превышения ПДК по гормонам роста. Что делается с детьми, которые едят вот это все? Целый букет болезней. Мы получаем больное поколение, мы по существу его лишаемся. Как у нас вообще относятся к детям? Кто-то понимает, что памперсами нельзя пользоваться, мальчик будет импотентом? Нет. Это выстрел, направленный в будущее. Кто-нибудь вообще запретил бутылочки пластмассовые и соски пластмассовые в России? Тем более бутылочки с бисфенолом, тяжелейший яд, который рождает все. Онкологию, потерю иммунитета, аллергию и так далее. Нормальные страны давно запретили бутылочки с бисфенолом. В России они идут. Мы ребеночку своему даем яд. Далее. Я почему все время подчеркиваю важнейшую роль ученых сейчас в управлении страной? Мы не разрулим без ученых все эти проблемы. Например, появилась такая жесточайшая опасность, как пластиковая нанопыль. Любые пластмассы, которые упаковка у нас обильно развита, и изделия из пластмасс. Тому же ребенку мы даем пластмассовую погремушку, пластмассовую соску, пластмассовую коляску. Маленькие чешуйки пластмасс попадают в воздух. И вот эта нанопыль пластмассовая сейчас засорила все, все среды, воздух, воду. В крови детей маленьких грудных находят несколько сортов пластмасс. Что мы будем дальше делать с такими детьми? Какое спасибо они нам скажут, когда они, входя в сознательный возраст, выяснят, что мы сделали их инвалидами. Они скажут спасибо, мама. У нас есть статья у комитета 100, которая называется ⁇ Зачем ты родила меня, мама? ⁇⁇ Сколько детей кончает жизнь самоубийством? ⁇ Мы думаем, мы их красиво одели, какую-то еду им на стол положили. Да они не знают, что такое счастье быть здоровым. И еще об одном я хотела сказать. Увлечение ГМО, генетически модифицированными продуктами, которые очень выгодны в торговле и дают большую прибыль компаниям, оно смертельно для здоровья. Потому что ГМО оно чревато многими последствиями. Во-первых, оно дает прямо напрямую бесплодие, рак, аллергию. Кроме того, например, нефтеядная бактерия, которая пытались осадить разливы нефти в Мексиканском заливе, дала микроб синтия, который сейчас поедает все живое. Ученых надо мобилизовать, а вместо этого в Америке убивают ученых, которые говорят о чуме Мексиканского залива. И итого возвращаемся к тому же, Уважаемые сограждане, все, кто нас слышит, кто нас видит, становитесь умными, поддерживайте умных, объединяйтесь в организации, в группы, которые будут заниматься здоровьем, которые будут спасать детей, которые по, по сути дают, дадут будущим поколениям шанс выжить.